Молекула воды имеет угловое строение. Связи кислород-водород в ней полярны. Общая электронная пара смещена к более электроотрицательному атому кислорода. Таким образом, молекула воды полярна, то есть представляет собой диполь, частицу, имеющую два полюса – положительный и отрицательный. Такое строение воды отчасти определяет механизм диссоциации электролитов в водных растворах. При растворении в воде вещества с ионной связью, например, хлорида натрия, положительными полюсами молекулы воды притягиваются к анионам хлора, отрицательными полюсами – к катионам натрия. Связь между ионами кристалла ослабляется, они переходят в раствор в виде гидратированных ионов, связанных с молекулами воды. При растворении в воде вещества с ковалентной полярной связью, например, хлороводорода, положительными полюсами, диполи воды притягиваются к отрицательному полюсу молекулы, отрицательными полюсами – к положительному. В результате ковалентная полярная связь между атомами водорода и хлора становится ионной. Под действием молекул воды связь между ионами водорода и хлора ослабевает. Гидратированные ионы переходят в раствор.